Сегодня авторы гигантского граффити на строительном заборе на площади Маркса начали закрашивать свое произведение. Изображение прославленного воздушного аса Александра Покрышкина не понравилось городским властям. Александра вместе... Не ожидали, что какое-то цветное красивое граффити может вызвать такую реакцию отражения, что серый забор для города, для архитектора Ленинского района считается намного более аккуратным, привлекательным и красивым. Архитектор нам сказал, что все вокруг красиво, кроме нашей вот картинки. Даже милиция, которая меня арестовала и отвела снимать там показания, объяснения, они были на нашей стороне. Говорят, ребят, как красиво, как здорово, что вы это сделали. Александра вместе с известным новосибирским граффитистом Егором Дубуком начали раскрашивать забор в минувшие выходные. Вчера вечером их задержали и, выяснив, что никакого разрешения на рисунок у художников нет, обязали привести ограждение в первоначальный вид. В итоге на краску пришлось потратить более 200 тысяч рублей. Впрочем, от идеи преобразить город мастера не отказываются. Зимой собираются расписывать фасады панельных многоэтажек яркими цветами, но предварительно получив согласие жильцов. И добавлю, что у художников города будет легальный шанс проявить себя. Объявлен конкурс на роспись 300-метрового бетонного забора вокруг ТЭЦ-2. Одним крупным серым пятном в городе станет меньше.